Сегодня вечером 86 сильнейших ивановских спортсменов выезжают в Великий Новгород. Они примут участие в 11-летней спартакиаде Союза городов Центра и Северо-Запада России, которая будет проходить с 30 августа по 2 сентября. Ребята настроены на победу и готовы достойно представить наш город на соревнованиях. Все-таки 26 городов, которые участвуют там, да, и города довольно-таки крупные. Там 12 областных центров участвуют, причем такие, как Ярославль, Владимир, мощные команды, и Череповец. Мы понимаем, что, наверное, тяжело таскаться с такими городами, но вот сегодня задача будет стоять войти в тройку. В торжественной обстановке городские чиновники передали капитану команды флаг города Иваново и спортивную форму участников. На победу наших спортсменов в этой спартакиаде возлагаются большие надежды. Мы знаем с вами о том, и вы нас в этом активно поддерживаете, что сегодня мы претендуем на звание Иваново, город молодежи, город спорта. И сегодня, как никогда, вот та результативность нам просто необходима. Соревнования будут проходить в 6 видах спорта – легкой атлетике, волейболе, баскетболе, пауэрлифтинге, автоспорте и спортивном ориентировании. Эта спартакиада – прекрасная возможность для наших спортсменов продемонстрировать свое мастерство на федеральном уровне. А на волю к победе влияет дополнительный стимул. Чиновники пообещали, что спортсмены, вернувшиеся с медалями, будут награждены материально. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.